Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю средневековых пятерочек, с вами Saint, мы продолжаем с вами Medieval Trader Simulator. Кто-то из подписчиков написал мне: айда, дойдем до 1000 монет. Слушай, да до 1000 монет тут дойти вообще не проблема, прям изяйше. Мы, я думаю, запишем серии 3-4 такие ознакомительные с этой игрушечкой, посмотрим, что можно делать, а что нельзя. Но пока можно торговать, ездить, закупать продукцию и, собственно, в магазине ее реализовывать. Если вдруг что-то можно еще творить, было бы великолепно. А мы бодрым шагом идем к нашему Джонни. Здорово. А, помимо тысячи монет, я бы хотел добраться до рейтинга в 50% магаза. Вот сверху вот эта штучка. Третий показатель. Shop open. Здорово. Че там где? Ну, монету, коллег. Давай продавай, слышь. Продавай, говорю. Я погнал закупаться у наших поставщиков. И вот нужно сбегать в ту деревню, посмотреть, что там. Интересно же понять, что да как. Кстати, секунду. А как выключить музыку здесь? А непонятно, как ее выключить. Потому что я подставил... Тут есть музыка в самой игре, но она в какой-то момент играет. В какой-то не играет. Чаще она не играет. И она такая тихая, что я подставил в предыдущей серии свою музыку. Ну как свою, я нашел в средневековой тематике музяку, которая не защищена авторским правом, а допустима в свободном использовании. И подставил ее под ролик, потому что, ну, вообще грустно в тишине играть. Да ладно, играть, я-то все равно в тишине играю. Грустно в тишине смотреть, я думаю, для вас, дамы и господа. Посему. Вот сейчас музыка не играет, допустим. Но для вас будет играть постоянно. Вот, 183 монеты, между прочим, 20 сейчас, по-моему, уйдет на оплату этого товарища. Значит, на 163 монеты мы закупимся, и будет у нас шикарно все. Просто великолепно. Здорово! Здорово, чем богат? Блин, полочки это, конечно, хорошо. Полочки это прям заебись. Я вот себе стульчик думаю взять домой. Flowering Pot. Вот, 20 монет Daily Worker Cost. Замечательно. Сейчас мы закупимся здесь всем необходимым, а потом посмотрим, сколько у нас останется на то, чтобы купить себе всякую штуку у мебельщика. Так, здорово, что есть? Good price, тоже good price. Сегодня стрю good price везде, да? Нет, не везде. Так. Яблочки. Я возьму, короче, одну вот такую штуку, да? Одну вот такую штуку я взял. Это есть. У тебя что сегодня? Good price. Нет, это high price. Вот это хорошо. Вот это я покупаю. Белый сыр для жителей моей деревушки. Потому что, да, я могу позволить себе купить для них белый сыр, чтобы они потом покупали его у меня. Опа. Так, что еще? По хлебушку что? Хлеб сегодня дорогой. Сегодня без хлеба, дамы и господа. Сегодня без хлеба. Медицина дорогая. Медицина в средневековье была дорогая. Это логично, это нормально. Так. Filbert Oil. Вот это хочу. Смотри, разница. 32 монеты стоит, нормальная цена 49. Продавать буду как демон просто. Просто лютая маржа. Еще непонятно, за сколько я там им продаю. Я, наверное, вообще там ставлю цены очень жесткие. Так. Ножка куриная. Куплена ножка. Ножка куплена, ножка захвачена. И есть такое. Рыба. Ножка. Ножка немножко. Так. Тоже хорошая цена. Filbert Oil. Давай куплю. Вот так. Опа, смотри, какая красота. У тебя еще кэбэдж, мелон, пампкин, потато,
под потату куплю. Потата куплена. Автосейв. Ищ, правильно, автосейв нужен. Так, сырок. Не знаю, не знаю, не знаю. Сомнительно все. Очень сомнительно. Очень сомнительно. Томатки. Давай томатку куплю. Томатка. Онион. Потата. Кэббидж. Мелон дорогой. Памкин чуть дешевле. Яблоко. Яблочко тоже возьму. Так. 17 баксов еще. Между прочим, это много. За 17 бачей можно взять хлеб. Но он дорогой. Рыба. Рыбу беру. Смотри, сколько товаров мы везем нашим товарищам. Нашим господам. Так, главное, чтобы оно все не упало отсюда. Интеракт. Знаете, что было бы... Так, все нормально. Что было бы замечательно, если бы они продумали систему, что чем больше у тебя товара в тележке, тем медленнее ты едешь. Это ведь логично. Не падает ничего. Не, все прилеплено, все держится друг за друга. Это замечательно. Сейчас я привезу товарку, я ее разгружу и поедем. Пойдем, вернее, в соседнюю деревню. Там тоже есть небольшая деревушка. Хочу посмотреть, что там. Мы там еще не были. А мы не видели, что да как. У нас есть 4 монеты, мы можем поесть за 3. Да и в принципе, я думаю, наш товарищ Джонни что-то заработал. Ничего не падает, ничего не падает. Я говорю, ничего не падает. Замечательно. Это великолепно. Джонни, я иду с товаром. Товара много, придется продавать просто очень-очень-очень много всего. И постепенно, для того, чтобы набрать рейтинг, они вот приходят, почему рейтинг-то падает. Он поднимается чуть-чуть, а потом падает. Они недовольны, посетители, что нет какого-то товара. Мы закупим всех товаров по одной коробке, по одному ящику и складируем. Не будем выставлять. И потом все выставим. Всего будет много и в изобилии. Так, рыбку. Давай пока сюда перенесу. Давай пока сюда перенесу. Так, что, Джонни, как дела? Давай это рассказывай. Рассказывай, показывай. Опа, 229 монет. Блин, Джонни вот умеет продавать. Не зря я Джонни плачу по 20 монет в день. Он очень скилловый молодой человек. У нас там амфоры, кстати, продаются какие-то еще. Кувшины. Нормально. Людям нужны кувшины. Спрос рождает предложение, предложение рождает спрос. Я предлагаю, они спрашивают, покупают. Моя пятерочка скоро вообще. Нужно третий стол купить, потому что деньги появились, почему бы и нет. Расширяться нужно. Смотри, сколько товара я завез. Просто охренеть, Джонни. Сможешь продать все до вечера? Давай, нужно смочь. Нужно прям смочь. Так. Хорошо, белый сыр. Похоже на какую-то моцареллу или не знаю. На белый сыр, короче, похоже. Надеюсь, что без плесени. А то еще придут, потом жаловаться будет. А, продали сыр с плесенью. Верните деньги. А по факту вы должны были заплатить мне больше за сыр с плесенью. Яблочки пошли так хорошо. Это что у нас? Потата. Это картофель. Это замечательно. Просто смотри, сколько картошки я принес. Какие гигантские картофелины. Так. Помидорки для салатика. Витаминчики. Так, курочка, между прочим, да. Между прочим, курочка. Все кусочки разные. А, нет, вот эти три одинаковые, это другой кусочек. Так, рыбка. Блин, рыбка большая, рыбка не влезает на стол. Рыбка на стол не влезает, вы представляете, дамы и господа.
Рыба просто гигантская. Наловили рыбу, мы, видимо, в морской стране живем. У меня это место на столе закончилось. Автосейв. Конечно, потому что место закончилось. Вот тут рыбу разложу. Это что, какой-то... Давай, давай. Где есть место, туда и класть. Главное, не на рыбу. Главное, на рыбу не класть. Положишь на рыбу, рыба потом положит на тебя. Закон джунглей. А, вот место освободилось. Вот место освободилось. Вот место освободилось. Только на краю стоит опасно. Так, это что у нас? Перчик. Перчик красивый, замечательный. Еще перчик. О, забрали оттуда место есть. И еще перчик. И еще. Я говорю, и еще. И последний. Слушай, Джонни, товара до хрена. Просто рог изобилия. 94 монеты. Давай я возьму сразу с собой телегу, потому что потом я поеду обратно к нашим поставщикам великолепным. Закупать еще товар. Будем закупать сразу по два товара. Прям можно потом расшириться, еще один магазин купить. Было бы неплохо. Вот это здание я бы отреставрировал. Маленькую такую забегаловку тоже. Продавать хлеба и овощи людям. Почему бы и нет. Что здесь? Здесь непонятно. Здесь вообще кто-то живет. Сейчас какая-то старая ведьма-колдунья единственная. Вот тут будет жить, будет вообще не весело. Вообще не весело. Давай я оставлю телегу свою. Главное не забыть потом, где она. Так, телегу вот тут прям на дороге оставлю. Точно буду понимать, что это моя телега. Так, где ведьма-колдунья? Ведьма-колдунья! Туки-туки. Что-то тут реально заброшено. Сейчас Resident Evil начнется, дамы и господа. А вдруг я тут могу найти какой-то провиант, который можно продать? Какой-то забытый ящик с помидорами. А? Интересно, еще нужно до края карты сбегать, посмотреть, что на краю карты и где он вообще есть. Вообще, еще, между прочим, было бы неплохо, если бы сделали какую-то кнопку сумона вот этой телеги, потому что, а вдруг я ее где-то забуду или проебу? Я потом что, должен по всей карте бегать искать ее? Нет, засумонить, как лошадь в Скайриме, нажал, и она прибежала. Ну, вернее, там ты свистишь, и лошадь прибегает, а тут, ну, посвистел и там материализовалась каретка эта. Так, карту как открыть? Короче, был где-то здесь. Хорошо, ну, плюс-минус я в правильном направлении ползу. Да, вот-вот. Вот-вот. Вот-вот, 17.00, еще Джонни 3 часа работает. 327 монет, между прочим. Кстати, а что будет, если Джонни уйдет, а магазин я не закрою? Кто-то что-то стыбзит? Вполне возможно, дамы и господа, вполне возможно. Так, мы быстро попробуем вернуться, чтобы никто ничего не стыбзил. Мебельщик, здорово. Я цветок купил. Я стульчик себе. Used to sit and have some rest. Это чтобы rest дома, да. Вот третий стол мне нужен. Третий стол мне нужен обязательно. А как без него? Как без третьего стола? Разойдись, я иду покупать. Сука. Так. Ага. Ага. Какая херота. Так, компас. Дорогой. Зерно. Купил зерно. Просто купил, взял и купил себе зерно. Раз зерно, два зерно. Смотри. Одно пойдет в продажу, одно пойдет... Ну вы поняли, да? Одно пойдет куда надо, на склад. Молот. Молоты можно покупать, дамы и господа. Молот раз. Молот два. Так. Кливер, это тесак. Да, почему нет? Это тоже нужно. Это у нас, как это? Ведерочка. Ведерочка, так. Мы уже закупаемся всякой утварью для людей.
А веревку нельзя. Веревка дорогая. Че такие цены на веревки в этом городе? Непонятно, непонятно. Так, здорово. И у тебя мы были. А, автосейв, это отлично. Автосейв это великолепно. Автосейв это просто прекрасно. А, белый сыр надо взять еще, да? Где этот белый сыр? Вот, белый сырочек. Раз один купил. Белый сырочек. Два купил. И что-то бы еще у тебя, да? Что-то бы еще забрать. Что-то бы еще забрать. Что, рыбку купить? Давай рыбку куплю. Пусть будет рыбка. Так. На эту пирамиду довезу вообще. Построил пирамиду Хеопса. Ну, что типа того, пацаны. Что пасешь на мой товар? А ну, отошел отсюда. А, ты торговец, извини. Я думал, что хочет украсть уже. Ни хрена себе, берет и пасет просто. Две монеты осталось, это плохо. Но Джонни явно что-то заработал. Мы сможем утолить голод у Геральда. И спокойно... Смотрите рейтинг магазина, как уже чуть-чуть подрос. Спокойно отправиться домой поспать. Купим... Ой, купим. Мы купили себе стул. Мы купили себе цветок. Сможем сидеть на стуле, любоваться на цветок, между прочим, да. А почему и нет? 20.00. А он в 20.00 уходит или в 21.00? По-моему, в 20.00. Так, слышь, это самое. Дождался бы меня. Там сейчас... скоммуниздят все. Нам это надо, нам это не надо. Нам не надо, чтобы кто-то что-то скоммуниздил. Оставьте все в магазине. Не трогайте ничего. А Джонни тут... Джонни, спасибо, молодец. Джонни красавчик, тупо лучший. 194 монеты. Да, здравствуй. Че хочешь? Выходи. Так, рыбонька. Рыба сюда одна. Белый сыр. Белый сыр сюда. Еще белый сыр. Это будет складская часть. Так. It's night, go to bed. Хорошо, я-то пойду. Это у нас ведра. Чё хочешь? Кыш? Хаммер. Хаммер сюда. Сид. Блин, взял уже сид. Так, этот сид сюда идет. Под стол. Ведра. А, да, воркбуком можешь сохраняться. Спасибо, гениально, я это знаю. Хаммеры, хаммеры. Это хаммеры? Это не хаммеры. Отлично. И сид последний. Вот туда. Так, у нас уже что-то получается даже. Что-то начинает быть похожим на склад. Пойдет. No money to collect. Ну ничего страшного. Закрываем. Геральт, здорово. Мне нужно поесть очень срочно, очень много. Давай, раз, поел. Замечательно. Два поел. И утром еще один раз поем. На девяточку голод нормально. Сейчас помоемся. Поспим. Дёртнес у нас еще. Еще и в туалет сходим. Вообще будет шикарно. Родные пенаты. Так, Q. Тейбл. Тейбл. Что у нас такой тейбл есть? Flower pot. Place. Place. А, я не поставил себе стол. Если я стол не поставил-то. Так. Стой здесь. Table. Place. Блин, большое. Так. Это to inventory. To inventory. To inventory. Так, смотри. Table. Вот этот. Place. У окошка вот здесь. У входа и окошко.
пойдет. Так, теперь флауэрпот. Не знаю, будем сидеть, пасти на этот цветок просто так. Просто потому, что можем себе позволить. Мы богаты. Мы можем сидеть и смотреть на цветок. Вот так. А это будет ванная у нас. У нас есть еще один цветок. Этот в магазине поставим. Этот поставим в магазине. Так, интеракт. Великолепно. Можно и поспать, дамы и господа. Ох, доброе утро, страна. Чё ты там подглядываешь за мной? А почему я проснулся здесь? Это хороший вопрос, а не рядом с кроватью. Так, прогружайся, город. Все, прогрузилась. Книжечка. Сохраняемся, конечно. Сейв гамми. Шоп рейтинг. Так. Мы теряем 3 рейтинга, когда чувак покидает магазин, и у нас нет ничего, что он хотел купить. А когда он покупает, плюс 1. Короче, рейтинг теряется очень даже нехило, так поэтому нужно заботиться о нем. Так, а ну-ка. Не, ну красота, лепота, сидим. Смотрим. На наше владение. Погнали. Погнали. У нас есть молоты на продажу. Я заметил, что люди в этой деревушке любят ходить с чем-то в руках. Это для них важно. Кстати, тут ничейное местечко такое. Ага. Ага. Я уже знаю, что здесь будет. Здесь что-то будет. Что-то важное. Мы открыты, дамы и господа. Заходим. Джонни, здорово. Блин, ты изменился, загорел за ночь, конечно, ты даешь. Джонни, надо аккуратнее с солярием, потому что ты переборщишь и все, и ГГ будет. Так, столы. Да какой флауэрпот? Ладно, флауэрпот это вот сюда, чтобы людям нравилось. Тейбл. А может на входе? Слушай, давай на входе. Давай вот так. Сейчас мы все сделаем. Тейбл. Короче, сразу товар виден. Единственное, нужно, чтобы его не украли. Это тоже важно. Вот, типа того. Зернышко. Так, ну зерно уже продаем. Уже опасны наши бизнес-модели. Да, заплатили. Белый сыр опять. Потому что можем позволить. Зерно уже купили одно. Смотри, прямо из-под носа вытащили зерно. Просто огнище. Молодые люди, вы в курсе? Там тоже столы есть. Можете пройти туда, посмотреть, что там. Рыбы. Мы их не только показываем, но еще и продаем. Они красивые. Так, рыбы. Свежие рыбы. Вчера пойманные. В ящиках хранили, считай, как в холодильнике. Так. Молоты. Блин, ну молоты рядом с... Оля, какой... Молоты вот так. Один рядом с Джонни можно положить. Прям, если что, стукнешь кого-то, кто что-то украдет. Держи. Так. Молот. Молот рядом с рыбой. Я не знаю, почему бы и нет. Можно продавать набором. Дурак, блин, застрял. Можно продавать набор молот плюс рыба. Почему бы и нет? Так, у нас еще есть. У нас еще... Ведра есть. Ничего себе, да, ведра. Я забыл про ведра. Ведра место занимают, конечно. Я грибу.
Я в шоке, сколько места занимает это ведро. Это законно столько места занимает. Ну что, я на рыбу ведро положу? Это не вообще неправильно. Вообще неправильно. Стой здесь. Сейчас мы определим. Сейчас мы куда-то зерно. Зерно, выходи. Зерно становись. Зерно становиться не хочет. Посмотрите на это. Какое вредное зерно. На сыр зерно положить. Зерно стань где-нибудь. Во, вот тут за бутылками спрячу. Так, вот. Короче, блин, ведра занимают, конечно, место, да. Два ведра осталось. Не поставленных. Короче, Джонни, давай это работай. Арбайтен. 129 монет. Вот это все продашь и сможешь пойти на обед. Задача поставлена. Мы поехали покупать дешевую продукцию. Посмотрим, что сегодня подешевело, что подорожало на рынке. Блин, вот нам есть телега побольше. Может, мы сможем купить какую-то лошадь. Хотя я тут лошадей не видел. Запрячь эту телегу в лошадь. Смотри, какая телега гигантская. Нельзя использовать ее, точно? Просто наша такая прям... Это вот... Телега мама и телега ребенок. Вот тут такая маленькая. А вот тут такая здоровая, серьезная. Я бы такую себе взял, если мог ее потащить. Но нельзя. Нельзя, игра запрещает. Это обидно. Это обидно. Почему рейтинг не растет? Там уже товара сколько хочешь. Разного всякого. Вы хлеб хотите, что ли? Сейчас я куплю вам хлеб. По багету, по булке хлеба каждому. По булке хлеба каждому. И вот жалко, что еще с телегой прыгать нельзя. Было бы вообще огонь. Было бы прям сейчас супер. Но, к сожалению, не все так просто в нашем царстве-государстве. Вот еще одна телега заброшенная. Они никому не нужны, что ли? Я возьму. Это очень странно. Никому не нужны такие хорошие, замечательные, большие, вместительные телеги. Меня прям расстраивают эти люди. Не видят потенциала там, где он есть. Так. Опа, вот так завернули. Так. Молоты дорогие. Ой, молоты по 90 сегодня. Вот сегодня нужно молоты продавать. Cheese knife. Это сырный нож какой-то, который нормальная цена 42 и сегодняшняя цена 42. Удочка. По 83 куплена. Так, удочки продавать будем. Чтобы рыбу ловить. А хотя, блин, нет смысла продавать удочки. Знаешь почему? Они начнут сами рыбу ловить и не будут покупать у меня. Не продавай удочки, продавай рыбу. Веревка. Не надо. За 11 она и так стоит 11. Слишком, ну, типа, нет ничего. Никакого смысла. Мортира какая-то. Мортар. Давай, мортар так мортар. Мне какая разница. Мортар раз. Мортар два. Так, купили мортар и удочки. Хорошая цена за факел, но, блин, там разница в одну монету, типа, неинтересно, компас. А, чернила, между прочим, еще, кстати, можно купить. Так, молодые люди, здравствуйте. Что по медицине сегодня? Медицина 167. Ой, купим сегодня медицину. Так, багеты. Длинный хлеб. А.К.А. багет. Длинный хлеб куплен. Так, чеддер, чизролл, что тут по скляночкам, баночкам, оливковое масло, элмонд это этот, миндаль, миндалевое масло, масло для готовки, филберт, в душе не знаю, что это такое, свинина всегда дорогая, смотрю, сосисоны, митболы, просто мясцо, куриная ножка, стейк. Рыба. Рыба сегодня дешевая. Рыба это хорошо. Но фрукты и овощи у нас какие сегодня есть? Тыква, дынька. Дорого-дорого. Нормально, кстати. Я думаю, я чесночок куплю. Чесночка. Чесночочек раз.
И еще один чесночочек 2. Так, великолепно, просто, дамы и господа. Мы все, мы валим обратно. 2 часа дня. Это что за тень такая жесткая? Секунду. По-моему, тут какой-то призрак был, и его убило. Чем-то средневековым, опасным. Осталась только тень. 10 монет хватит на то, чтобы поесть дважды. Даже трижды утолить голод. А, что-то опять с туалетом хочет и опять загрязнился. Ну да ладно. Ну да ладно. Мы неплохо так вкладываемся в товарку. Товарка должна окупиться. Ее много. Джонни уже, бедолага, не успевает продавать. Я бы, если бы мог, нанял бы второго продавана, чтобы они в 2 раза быстрее все реализовывали, всю продукцию. Потому что я успеваю съездить, закупить уже товар с излишком, часть складирую, а Джонни не успевает все продавать. А, возможно, я подозреваю, не так много людей живет вот в этих 7 домиках, которые могут позволить себе купить сразу все. Вот та деревня, она заброшена, там живет только старая ведьма, она, в принципе, питается, наверное, какими-то лягушачьими лапками и, не знаю, копытами. Так, гарлик. Гарлик. Молот не купили? Господи, ты молот прям от себя продать не можешь. Не беси меня, Джонни. То, что ты загорел, тебе не дает никакого преимущества в работе. Длинный хлеб. Длинный хлеб. Длинный хлеб. Один сюда. Пойдет. Какая-то мортира, хрен знает, что это. Всем по мортире. И одну сюда. Так, слышь, через окно не надо пиздить мои мортиры только. Спасибо. Это я уже не помню, что я взял. А, удочка. С удочками нужно аккуратнее. С удочками, ответственно, я вам заявляю, нужно прям очень аккуратно быть. Очень аккуратным. Замечательно. Слышь, на коробке он встал. Ты сейчас молотом уебу. Встал он на коробке. Мудак. Так, ведерки. Ведерки раскупили, смотрю. Мортира. А, да, блин, что это такое? Опять ты, дурак, застрял. Нужно закрыть магазин, открыть магазин, чтобы ты разлагал. Я понял. Так, лучок. Чесночок, вернее. Чесночок. Еще чесночок. И еще чесночок. И еще чесночок. Удочки. Так, вот сейчас... О, какая ты гигантская. Слышь, Джонни, это... Продавай удочки отсюда. Че тебе, слабо? Давай. Удочки у тебя будут храниться. Будешь главным специалистом по удочкам. По удилищам. Ну вот, ну типа того, одна на другую, я не знаю нахрена. Ну типа, просто пусть будет. Джонни, давай это, удочки, реализовывай. Удочки дорогие были, нужно с них отбить бабок. Очень много денег нужно с удочек. Заебись, я застрял в удочках. Ой, Христос всемогущий, дай мне сил разложить удочки. Во, нормально. Так, мортиры пошли, чтобы это ни было. Какие-то очень странные. Но это какие-то сосуды непонятные. Для чего-то, хрен пойми. Хлеб. Рядом с рыбой хранится. Замечательно. Прям я слышал, так и надо хранить хлеба. Знаете историю, да? Про хлеба, про рыб. Это вот да. Это вот
Оттуда я все и знаю. Так. Что если мы положим вот так? Нормально. Это нано хлеб, он левитирует. Посмотрите, дамы и господа. Надо его тут такой же. Опа, все. Джонни, удочки продаем, я тебе говорю, сука. Монеты мои. 255 монет, замечательно. Так, чтобы когда я вернулся, хотя бы 3 удочки-то продал. Побежали очень быстро, у нас 18.00, нам нужно, 18.00 по местному игровому времени, нам нужно закупиться еще разок. 256 монет, дохренище товара, что на реализации, что на складе. Поэтому, я думаю, 1000 монет заработать тут будет прям легко. Автосейв, замечательно. 1000 монет заработать легко, а вот 50% рейтинга добрать, вот это будет уже чуть-чуть сложнее. Я вообще правильно бегу? Я не знаю, куда я бегу. Да, правильно бегу, конечно. Конечно, правильно. Просто ноги несут уже в сторону рынка. Ноги знают, где дешевый товар. Это великолепно. Я вообще так подумал, я сказал, что у меня средневековая пятерочка. Мне не хочется никакого конфликта интересов, чтобы там на меня вдруг оригинальная пятерочка не подала в суд за то, что я использую их нейминг. У меня будет шестерочка. Я просто буду на один класс выше. Шестерочка, значит. И вот это я хочу посмотреть, что тут можно купить. Good price. Одежда, между прочим. Я купил одежды. Одежда есть. Одежда есть. И сразу еще одну одежду. Мы уже вообще торгуем всем. Так, нить. Кожаный. Какой-то кусок кожи. И еще один кусок кожи. Корт. Окей. Все. Тут кожевники живут. Хорошо. Одежды я купил. Хочу медицину взять. Медицину я тоже купил. У меня не так много денег осталось на самом деле. Прям очень немного денег. Прям я вот так взял и побежал. Купил медицину и одежды. Уже серьезные покупки, я хочу вам сказать, дамы и господа. Уже не просто торгуем яблочками и чесночком. Уже пятерочка наша, вернее шестерочка, скоро станет целым Ашаном. А почему бы и нет? Или каким-то Кауфландом, или каким-то Шпаром, или, не знаю, чем-то большим и европейским. Поэтому все будет красиво. Я до 9 как раз успею добраться, чтобы закрыть магазины, чтобы ничего не украли. Как резко темнеет, просто пизда. Вот не успел моргнуть, а уже небо черное. И пусто, и тишина. И мертвые с косами стоят. Кто знает, отсылка в чате там, в комментариях откликнитесь. Мне интересно, кто знает, про что я говорю. Одежда. Так, отсюда он не продает ни хренашеньки. Он оттуда ни хренашеньки не продал. Ни хренашеньки ты удочки не продал. Они дорогие, между прочим. Так, повисший хлеб. Батоны. Мои батоны. Они же булки. Положи, пожалуйста, сюда ее. Господи, этот хлеб мешает. Кусочек, вот эта ножка тоже. Ее можно же куда-то вот туда положить. Смотри, сколько места сразу освободилось. Так, одежды. Медицина. Медицина, это тоже хорошо. И еще одни одежды. Вот эти одежды идут на склад. У нас уже очень много на складе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
9 коробок всякого разного добра. Так, молот. Молот. Молот — это хорошо. Мортира, конечно, не знаю, нахрена пусть тут стоит. Зерно. Еще одна мортира вот сюда. Я почему это делаю? Потому что я хочу освободить место для вот этих удочек, чтобы их сюда положить. Опа. Опа. Опа, красиво. Опа. Ах ты ж собака дикая, некрещенная, что ты делаешь со мной? Сырок, встанешь там? Тебя, конечно, там не видно из-за всего. Нам нужен еще один стол, слушайте, нам нужно расширяться прям очень быстро. Мы семимильными шагами бизнес наш взращиваем. Автосейв. Конечно, автосейв. Конечно, автосейв, потому что, да, надо сейвиться. Хорошо, что он тут есть, этот автосейв, потому что игрушка, ну, видно, что она не суперстабильная, а вдруг она вылетит резко, захочет просто. Такая, хочу вылететь. А, это есть, это вот сюда. Смотри, какие удочки красивые. Удочки никто не купил, это обидно. Так, медицины расставляем. Не, ну все просто какие-то химики-колдуны. Алхимики-колдуны, вернее. Да ядрите в корень. Так. Медицина. И еще одну вот сюда куда-то забубеним. Так, одежды. Ну, это все. Это уже просто верх. Верх элитаризма. Тут уже магазин для богачей. Одежда, хорошо, что можно складывать друг на друга и им не впадлу стоять друг на друге. Потому что эти самые ведра, допустим, не хотели друг на друге ставить, хотя я не вижу никакой проблемы в этом. Так, интеракт. 80 монет. А чё так мало, слышь? А чё так мало? У меня эти самые бабки что-то заканчиваются. Не, я понимаю, что у меня очень много чего на складе лежит. Я купил дорогие удочки, я купил медицину, я купил одежку. И, возможно, Джонни нам бабки отобьет, но что-то мало, слышишь, Джонни? Меня не устраивает. Надо как-то усерднее продавать. Все. Можно поспать. Новый день. Готовы покорять эту деревню мы будем, но в следующем эпизоде мы должны с вами сохраниться. Интеракт. Сейв гейм. Великолепно. Будем заканчивать на сегодня. Неплохая серия. Много чего взяли уже наперед. На складе у нас оно есть, чтобы потом поднять рейтинг. И будем стремиться к тому, чтобы набрать эту 1000 монет. Постепенно-постепенно наберем, я думаю, дамы и господа. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте. Ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся с вами в следующем эпизоде прохождения Medieval Trader Simulator и в других играх. Всех обнял.